Жарко, есть тут cold zone. Хорошо, как сразу холодно стало. А вот там вот Хогвартс. Ну да, пойдем попозже. Сейчас мы идем в совсем другую сторону. У нас сегодня целый день посвящен этому месту. Знаете, тут, наверное, за неделю все не обойти. Так хочется со всеми сфоткаться, с каждым деревцем, с каждой куклой, с каждым домиком. О, это очень клево. Кто любит Симпсонов? Я обожаю Симпсонов. Welcome to Springfield. Обожаю этот мультик. Смотрите, Спрингфилд, Крастиленд. Проба американского пива в Красти Бургер. Очень вкусно, на самом деле. Я как бы алкоголь не пью, но мне это пиво, в принципе, очень понравилось. I drink in my vlog. Are you gonna be 2 hour blind? Yeah. Okay, I will cut it. Мы сейчас идем в студию тур, где будут показывать, как проходит съемка фильмов. Это очень интересно. А сзади сможете видеть, что там находится Хогвартс, в который мы тоже попадем. Yeah! Вообще, очередь очень длинная. Все поедем мы на таких вот бусиках. Ехать мы будем час. Рассказывать, как создается фильм, будет нам час рассказывать. А сейчас мы будем стоять в очереди 55 минут. Что будем делать эти 55 минут, я не знаю. Нас пустили без очереди, представляете себе, просто она подошла и говорит, можно, проходите. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro. Okay, please, you can make it anywhere. You can make it anywhere. Even if you're making it anywhere. Okay, so, come on. The way that we make this rain is the very hardest. It's just a dождик. Straight up, so the waterfalls and natural. And I'll go ahead and turn off that rain. Okay, off the rain. It's like a rushing towards us. Oh my god! Folks, make sure to stay in your seats. By the way, if you're in a blue seat, you might get one today. Заезжаем в какую-то пещеру, нам сказали одеть очки.
А, что же там будет? There's a shark coming. Oh, great, you're right next to your boat. Get in your boat. George, you're right next to your boat, man. Get in your boat. George, you hear me? There's a shark coming for you, man. Get in the boat. George? George! No! George, no! Why are you? Keep you safe. Just stay seated. We'll hide you behind these gasoline drums. We have some beta testing, Ella Barrow. If the shark takes the bait, we might be able to... Wait, it's pumping the dock. Wait, okay, no, the gasoline is going, but sharks are sensitive to smell, so maybe it'll... I don't know. Oh, Boże. Wait a minute. What is that back by George's boat? What is that back by George's boat? Что? Где? Что случилось? Oh! Oh my God! Never to say your secret. Frustrating. Wow. It didn't really work all the time. It didn't work. Просто вау. Wow. Это было волшебно. Это было нереально. Просто круто. Hello.
сейчас мы пойдем туда. Dog. I'm so happy. You're so cute. Ну, любители Гарри Поттера, пошли, пойдемте-ка. Чуть-чуть про Гарри Поттера. Боже мой, это было очень круто. Обязательно иди. Там такой аттракцион есть классный. На самом деле, как будто ты там находишься. Ты летаешь, ты... блин, это... It was the best. It was the best, really. It was the best. Мы сейчас в Universal Studio, мы продолжаем наше путешествие, уже который час. Тут много чего интересного. Сейчас мы пришли на очень красивое место, где открывается шикарный вид на Лос-Анджелес. Очень, я знаю, что это не передать на видео, но поверьте мне, это очень-очень красиво. Вот на видео вот вижу некрасиво, а вот на самом деле красиво, вот честное слово, поверьте мне. Очень большие горы высокие, красиво очень. Наше продолжение следует, и мы идем в Jurassic Park на аттракционы. Это должно быть очень круто. Я пьяная от счастья. Это у меня такой вид опьянения, как бы у каждого свой вид опьянения. У меня такой вид опьянения. Я пьяная от счастья. Я начинаю такая быть, ю-ху, давайте зажгем. Thank you.
Мы только что были на этом самом Jurassic Park. Нас облили водой, нас напугали всякими там этими... Напугали нас динозаврами. Было круто, я вся мокрая. Это очень прикольный. День закончен. Спасибо, что посмотрели это видео. Смотрите остальные видео с моей поездки в Лос-Анджелес. Мы сейчас пьем кофе в Старбаксе и едем домой. День прошел великолепно. Всем советую посетить это великолепное место. Universal Studios.